Аукционный дом Кристис в Женеве представил публике коллекцию из 250 ювелирных изделий, которые будут выставлены на продажу 17 мая. Самое дорогое украшение коллекции – жемчужное ожерелье с бриллиантом «Легенда», изготовленное ювелирным домом «Бюмер и Бассанж». Мы имеем честь выставить на торги удивительный бриллиант чистой воды с огранкой в форме сердца и весом в 92 карата. Его отличает необычайная чистота, прекрасный цвет, а стоимость его оценивается в диапазоне от 14 до 20 миллионов долларов США. Это самый крупный камень такого рода, который когда-либо выставлялся на торги. Также с аукциона будет продано кольцо с 15-каратным бирманским рубином и бриллиантами. По оценке специалистов, его стоимость может достичь 15 миллионов долларов.